квартет – это беседа четырех неглупых людей. Йозеф Гайден. Живая музыка имеет одно неоспоримое преимущество. Каждое исполнение воспринимается как первый раз. Ибо двух одинаковых исполнителей живой музыки не бывает. В качестве примера можно привести замечательных исполнителей, прибывших из ближнего и дальнего зарубежья, на прошедшее недавно в Казани супершоу клавишников Casio Day. Казалось бы, статусное мероприятие, основным действующим лицом которого были синтезаторы Casio, превратилось в настоящий праздник молодых исполнителей, которые и сами с удовольствием учатся, да и другим есть что показать. К примеру, гости праздника из Америки, несмотря на довольно молодой возраст, уже вполне сложившиеся музыканты со своим ярко выраженным почерком. Вообще, свой почерк для музыканта, пожалуй, главный критерий успеха. Особенно в джазе. Можно очень сильно любить джаз и уметь его изображать, но без своей узнаваемой манеры исполнения, без своего стиля, это будет всего лишь подражание. Знаете, как в детстве. Ребенок слышит, как кто-то играет что-то знакомое, ему кажется, что и он так может, берет инструмент и выясняется, что так не может. Но зато может по-другому. Вот если не останавливаться, а развивать это самое по-другому дальше, оно со временем и превратится в свой почерк. Для любого продюсера, как западного, так и восточного, такие музыканты – штучный товар. И как они сами шутят, перед публикой любого, даже самого взыскательного уровня, лицом в грязь не промахнуться. Ну а то, что современные синтезаторы, как электронные клавишные инструменты, уже более 30 лет служат важнейшим элементом в этом процессе, еще раз убедительно и доказал прошедший Casio Day. So nice, I got you.